Всем здорово, привет всем. Сегодня у нас на рассмотрении интересная монетка такая. Монетка попалась из моей нумизматической коллекции 10 копеек 1961 года. И сейчас мы узнаем ее стоимость, ее разновидности и все дела. И узнаем браки. Встречается монетка в трех разновидностях. И желтого металла — это самая дорогая монетка. Ее стоимость до 60 тысяч рублей, где-то 20 тысяч гривен. И из трех видов шрифта букв и цифр. И с маленькими цифрами 1961 и маленькими буквами стоит данная монета на просторах интернета до 1 000 000 рублей. А еще имеются множество браков данной монеты. И сейчас я вам покажу монеты с браками. Еще у нумизматов монетки такие ценятся с браком. Вот как сейчас на картинке у вас показано. Вот первый брак. Вот брак еще один. Называется залипушка. Данные монеты, которые с браком оцениваются, уже очень хорошие, дорого. Это уже цена. Как договоритесь. Вот еще один брак такой вам видно, да? И вот брак называется раскол штемпеля. Так что вот такие вот дела. Так что, ребята, всем хорошего дня. И кто что скажет за мою монетку, пишем комментарии, ставим лайки. Поверьте, ребята, поверьте. Еще будет очень много интересных монеток.